Всем добрый день! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы с дочерью будем вести совместное видео, так как видео касается младшей моей дочки и ее подарков на Новый год. Но в первую очередь, что нам подарил Дед Мороз, это было вот такая машинка в коробочке. Здесь даже подписано Соловьевой Насте. Это у нас волонтерское движение и спонсорская помощь. Вот выделяют особым деткам игрушки на Новый год. В прошлые новые года, так что ли, ходили Деды Морозы со Снегурочками по домам и поздравляли детишек дома, ездили, устраивали им такое как бы мини-представление, что ли, поздравление. В этом году вышла немножко заминочка, но тем не менее подарком нас не обделили. Вот такая машинка в подарок Настёне была в этом году от Деда Мороза. И как она работает, сейчас попробуем. Давай вот здесь вот на... А, нет, сзади включается, да? Вот, она работает. Все, ладно, все, выключили. Вот здесь вот включается, выключается. Все. К ней еще шел мешочек с синтепончиком, с наполнителем и наборы, ну как бы наборчик, вот ткани. Ткани, да, ребенок уже знает, что это ткань. И подожди, машинка не шьет, машинка соединяет. Здесь вот находятся три иголочки вверху, три иголочки там внизу. Я сначала ее со всех сторон обсматривала, думала, как нам к ней подобраться, с какой стороны нам нитки вставлять. Но потом уже набрали в интернете, оказывается, шьет она абсолютно без ниток. Она, ткань вот эта идет как бы войлочная, и вот она соединяет вот эти вот ворсинки между собой. За счет того, что вот три иголки вверху, три иголки внизу, соединяется, в общем-то, плотно. И вот Настя сидела, все предпраздничное, вот весь вечер, как нам вручили подарок такой, и все ткани, которые были, она, конечно же, уже израсходовала. Что делать дальше? Приехала в гости к бабушке, машинку привезла. Никакую ткань машинка не берет. Вот сегодня ездили, искали. И вот какую ткань мы нашли. Да, вот, кстати, и нашли мы в магазине вот наборчик такой. Там был дороже, этот вот 275. Я уже даже не отрываю этикетку. Наборчик с тканями. Разобрать, посмотреть. Сейчас мы вам покажем. Давай сейчас, как мы его раскроем. Я знаю. Ну, давай. Пока Настя будет раскрывать нам, еще покажу. Выпросила она вот такую куколку с нарядами, с шнуровочкой. Шнуровать тут, так как нам мелкую моторику развивать нужно. Вот здесь шнуровочкой меняются наряды. Здесь еще вот сумочка есть. Все, давай тихонечко. Вот. Они приклеены здесь. Вот ткани. Снова Настя будет занята. Есть чем будет заняться. Да, тут инструкция есть. Ну, вроде есть. Кстати, в машинке приложено, кроме тканей, еще и выкройки. Вот здесь вот, вот в данной, видать, нужно варежку будет шить.
Еще идет в приложении вот разные виды ткани. Здесь вот еще, давайте я так сразу, подожди, покажу поближе. Вот бантики фетровые. Стразы. Здесь вот ткань, вот такая, с сердечками. Ткани, конечно, очень красивые, нежные. Все. Здесь вот еще ткани. Несколько видов вот с сердечками в клеточку. Еще много было клеточек. И вот такие вот с розочками. Блокнотик, да. И стаканчик вот. Еще можно делать, и бусы. Вот все, что здесь входит. Вот, вот такая варежечка. Ну и другие предметы. Ага. Ну, делать. Здесь блокнотик можно, вот блокнотик еще сделать. Я буду его будет делать. У меня ребенок теперь занят. Еще на вечер, возможно. И так как дедушка подарил Насте денежку. То я сегодня счастливая купила тебе такую новую. У тебя куколку вот какую. Не дала покоя сегодня с самого утра. Денежка у нее шевелилась. И вот ездили, выбирали куклы, все дорогие. Я говорю, у тебя денежка только вот такая. Так что только на нее выбирай. Вот, выбрали. Общими силами они с сестренкой. Чтоб понравилось и той, и другой. Валерия говорит, если эту выбираешь, то я с тобой буду играть этой куколкой. Так что, может быть, и поиграют на пару. Нет. Теперь подожди. Я не буду с ней делиться своей новой куколкой. Да, ну вот видите. Мы ее еще даже не распечатывали. Обычно хоть распечатаем, что посмотрим. Вот она такая красавица. Все здесь запечатано капитально. О, на нее можно наряды шить. Угу. Тут показано. Теперь попроще сделаем так все. Обстригнем. Угу. Так, парик у нее есть? Есть. Вот уже их как приделывают, так трудом с великим можно убрать. Взрослому не под силу, детям тем более. Ой, волосы да тут чуть не пришиты. Угу. Все, только разрываем все уже. Ну, я же должна своей маме помочь. Помогай, помогай. Так, все, давай резиночки я отстригаю здесь, потому что иначе тут не подъехать. А я буду убирать их, да? Давай. Тихонько, чтобы мне здесь не прострить что-нибудь. Так. Где-то еще держится. А, ножки. Ноги. Погоди, держи вот так. Сейчас я здесь еще бусиков отстригну. Все капитально приделано. Вот тут я как-то не мастер. Давай тихонечко там. Давай там нужно все. Осторожно. Все, все, даже волосы так присоединены. А вот смотри, тут тоже есть инструкция. Тут надо для нее нарядики шить. Ты вот покажи в камеру. Вот, смотрите. Тут для нее можно наряды даже шить.
что я сегодня буду на нее шить. Так-то вот. Я этой куколкой давно. Удивительно, вот смотрите, вот волосики, и они прям... Как интересно. Это парик отдельно. Как интересно, смотрите, кукла. Погоди. Да, вот ты и спрашивала, парик есть. Да, парик есть. Ну, это действительно парик, даже настоящие парики, наверное, так не приделаны. Ну вот кукла с париком у нас сейчас. Это я пока освобожу. Вот здесь так оно все непонятно прошито, что ли. Вот оно как. Все было прошито. Да вот тут еще надо вот, посмотреть, мама. Мама, слушай, я для нее сейчас вот наряды. Такая куколка. А какие у нее глазки, посмотрите, прям вот они такие, как настоящие, как живые. Такая красота. Вот, и одеваем на нее парик. Ой, как интересно. Я прямо хочу тушать и заплакать. Да ладно, не плачь. Вот, и смотрите, такая красотка уже с волосами. Ну, сейчас Настя нас покинет, будет заниматься своими делами уже. И еще расскажу про ребенка, она у меня сегодня... Ну, покажи, покажи, ну, что делать, ну, вот здесь вот у нас синячок, она вчера утром проснулась и у бабушки встала, ну, и стукнулась. Показываем. Вот, видите, стукнулась прямо вот, вот этим местом об стол, и бабушку напугала с дедушкой. И теперь вот у нас синяк в полглаза. Сегодня надо ехать куклу смотреть, как с таким ребенком ехать. Я говорю, зайдем в магазин, скажут, избили. Перед Новым годом заболели ветрянкой. Ездили по магазинам все зеленые, еще не отмытые. Прятались вот так шарфом. Сегодня замазали глаз. Валерия ей глаз замазала, и она ездила уже это с немного замазанным глазом, чтобы... Не так заметно было. Так что такие вот у нас новости. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Рада были пообщаться. Мама, слушай, я что для нее?